Аннексии Крыма виноват глава правого сектора Ярош, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Высказывание Дмитрия Яроша якобы вынудило Россию нарушить международные нормы и законы и оккупировать часть независимого государства. Также Лавров добавил, что Россия уважает обязательство сохранять целостность Украины, но вот из-за Майдана пришлось защищать русских в Крыму и на Донбассе. Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, это обязательства или обязанности России или кого бы то ни было еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота. С результатами переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и борьбу с русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русский в Крыму должен быть изгнан или уничтожен.